как мы с тобой начинали. Офис в подвале, старый мерс, один на двоих. И секретарша одна на двоих. Да, Лидочка нам помогала тогда здорово. Лидочка. Я же не любовница какая-то. Ну, конечно, ты не любовница. Сообщений нет. Может, договорились подождать? Ты же на полгода уезжаешь. Я сейчас дела быстренько налажу, вернусь и сразу все всем расскажу. Лидочка, я очень надеюсь, что тебе понравится мой подарок. Лидия Андреевна, не согласились бы вы стать? Согласились бы вы стать? Я с радостью сообщаю вам, что наша дорогая Лидочка выходит замуж. И ее избранник – это я. А ты что хотел? Что тебя всю жизнь ждали? Курьер все перепутал. Он отдал мое кольцо соседке. Лида вообще не знала, что ей предложение сделал. Девчонка и так за тебя настрадалась. Теперь хоть побудет счастливой. Им не обязательно об этом знать. Мария Леонидовна, у меня есть для вас работа. Мой партнер полностью уверен в том, что вы моя невеста. Сейчас и я попрошу вас поверить в то же самое. Сашка мой лучший друг. И я не хочу, чтобы из-за Лиды наши отношения менялись. Уволи. Лида, у меня нет повода быть недовольной Марией. Она классный специалист. Классная стерва, твоя Мария. Как она, может, тебе нравится? Новым чувством старую любовь вытеснить нельзя. Хорош друг. У него невеста беременна. А он здесь уже мимо хлёстывает.